Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, прошла в Казани в конце прошлой недели. Мероприятие посетил губернатор Сергей Морозов, где у него были запланированы ряд деловых встреч. В частности, глава региона встретился с министром физической культуры и спорта России Павлом Колобковым. Стороны обсудили подготовку к форуму «Россия – спортивная держава», который пройдет в Ульяновске в феврале 2018 года. Уже известно, что форум будет посвящен развитию зимних олимпийских видов спорта, спортивной индустрии и подготовки спортивного резерва. Также в Казани было подписано соглашение о проведении на территории региона Всемирного фестиваля боевых искусств под эгидой ТАФИСА – международной организации развития массового спорта. Мы очень рады, что Ульяновская область станет регионом проведения Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА. Право проведения всемирных игр область получила после жеребьевки и визита экспертной международной комиссии. По мнению гостей, регион готов и способен принимать спортивные мероприятия самого высокого уровня с большим количеством участников. В любом случае, событие для Ульяновской области, конечно, будет знаковое, потому что с абсолютно большинства государств мира к нам сюда приедут в город Ульяновск профессионалы высокого уровня, титулованные спортсмены, титулованные тренеры. В Ульяновск съедутся больше 1000 спортсменов, представителей боевых искусств. Масштабные соревнования состоятся в 2019 году. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.